Басня 10 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Курица и золотые яйца». У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота, и он убил курицу. Он думал, что внутри ее большой ком золота, а она была такая же, как и все курицы. Конец басни «Курица и золотые яйца».